Настал решающий момент для всей страны. Народ не мог забыть позора поражения на чемпионате 1950 года. Я добуду кубок для Бразилии. Обещаю. Джинго, если хочешь стать мастером, ты не должен стыдиться своих корней. Смотри-ка, босяки пришли! Оттачивай технику. Остальное придет. Как ты смотришь на то, чтобы сыграть за Сантос? Ему всего 15. Он никогда не покидал даже Бууру. Стиль Джинго может и хорош в матчах за Сантос, но на мировой арене он долго не протянет. Я не могу играть как все. А кто сказал, что ты должен играть как все? Лучше найди в себе смелость и покажи, на что ты способен. Хотя тебе только 16, ты теперь в ответе за честь всей страны. Все жаждут увидеть его восхитительный стиль! Вперед, парни! Ты должен вдохновить команду, чтобы она поверила в победу. Настало время, Пеле. Я не могу гарантировать нашу победу, но мы покажем красивую игру.